Всем привет, с вами канал Атма, и сегодня для вас пишу эстафету. Но сначала мы с вами прогуляемся по набережной. Эй, ветра особенно. Как ты обыл, сейчас сильно был ветер. Нет, полотенце пускай. Пропал? Сегодня я приняла весеннюю эстафету от двух каналов «Жизнь во Франции» и Ксюша Карасева. Спасибо большое, что мне передали наконец-то эстафету, потому что я ее ждала очень-очень долго. Вот. Ну, я уже все, думаю, смирилась, да, наверное, думаю, просто мой канал никому не интересен, поэтому мне не дают эстафету. Думаю, ну ладно, фиг с ним. Нет, так нет, думаю, ладно, что ж теперь. У меня здесь есть маленькая бумажечка, на самом деле вот она выдранная у меня. Я хотела вам эстафету заснять у нас на набережной выходные, но было очень шумно, был ветер, и муж просто отказался стоять с камерой. Поэтому я снимаю вам здесь. Ну, я вставлю ролик нашей набережной, вы посмотрите. Мы живем в городе Самара. У нас очень красивая набережная, я думаю, вам понравится. Также у нас есть еще влоги, вы подпишитесь обязательно. И давайте перейдем к эстафете. Здесь у нас в эстафете три вопроса. И сейчас я на них буду отвечать. Да, кстати, тут у меня пионы стоят настоящие. Их три штуки, но один уже раскрошился. Я его не стала убирать. Вот он лежит, все здесь так очень красиво. Прям через камеру смотрю, здесь просто шикарно. Как будто у меня здесь не три цветка, а огромный букет, мне кажется. Так, давайте перейдем. Вы любите весну? Да, весну я очень-очень люблю, потому что там все цветет. Там все цветет, всегда вот эти вот зеленые листочки. После зимы весна просто превосходная. Прям просто классная. Любимый весенний месяц. Май. Наверное, даже, знаете, конец мая. Конец мая, когда появляется зелень. Когда вот листочки вот эти вот появляются, маленькие. Зеленый, вот тогда вот прям вот это вот время я обожаю, прям очень. Когда появляются цветы разные, там, когда все цветет, вот прям после зимы это вообще просто прям классно. Очень люблю. Самая запоминающая весна. Это, знаете, 2011 год. Как раз мы встречались с моим мужем. Мы начали встречаться с зимы, с 4 января мы первый раз встретились, как бы все вот это время просто встречались. Общались так вот так, ну, как-то вот так это было. А уже к концу весны у нас уже появилась первая любовь. Уже мы с трудом уже жили друг без друга. Мы уже гуляли каждый день. Уже прям вот и на улице гуляли, всякие кафешки, рестораны, музеи, там, куда мы только не ходили. Мы обошли там всю Самару вдоль и поперек. Там были, где только не были, и, конечно, также вот лето, и потом мы. В конце августа решили, что мы не можем жить друг без друга, и начали жить вместе. То есть, ну, там мы где-то простречались, сколько там, меньше года. Что там так долго встречаться? Надо жить вместе. И вот так вот живем по сей день. Куда бы вы поехали зимой? Зимой, не знаю, знаете, я поехала туда, где 40 градусов жары, потому что я ее не чувствую. Я не знаю почему, но я 40 градусов жары не чувствую. Сколько у нас в Самаре вот было, в 2010 году было 40 градусов, и года, наверное, 4-5 назад тоже было где-то градусов 40, но я не чувствую, я чувствую 28. И мне холодно, мне реально холодно. Вот. Поэтому я очень люблю жару. Не знаю, куда-нибудь поехал, наверное, в Мексику, может быть, там, куда-нибудь, господи, куда же еще? А, Майами, во! В Майами поехала, вот куда-нибудь туда, где вот пальмы, море, где пляжи красиво, где такие вот, или в Грецию, может быть, поехала, да, там дома очень красивые, очень пейзажные, и можно рисовать такое все, беленькие такие, там с голубеньким, вот как раз вот такие вот расцветки, которые я так обожаю.
Ну и, конечно, они такие, у них дома интересные. Конечно, это все хочется очень рисовать такое, но что-то такое хорошенькое. Какие праздники вы отмечаете весной? А весной мы отмечаем только 8 марта и все. То есть, получается, мы в основном, да, весной. У нас получается в январе, то есть 4 января, как мы первый день с мужем встретились, мы всегда ходим в пиццерию. Потом там день влюбленных, 23-е, ну как бы так вот и все. А потом остальные все праздники у нас идут летом, мы с Димой летние. И муж у меня, он уже поздняя осень, да, поздняя осень уже, день рождения. Вот, то есть, ну, только 8 марта мы празднуем, и все, собираемся всей семьей, дарим друг другу подарки разные. Любимые весенние цветы. Я очень люблю, вот когда наступает, знаете, весна, мне все время, вот каждый год, ну, уже последние несколько лет, мне вот хочется понюхать именно аромат тюльпанов. Я не знаю, меня вот реально прям тянет на тюльпаны. Вот именно вот, прям вот, такой большой букет, и прям вот внюхаться в него, именно вот аромат вот именно тюльпана. Вот мне хочется. Не какие-то там подснежники, там кто-то еще, а вот именно тюльпаны я очень люблю по весне. А, ну да, еще цветущие яблони, каштаны. Кстати, каштаны очень красивые. Они так цветут в виде треугольничка, там маленькие цветочки, потом так идут, так интересно, красиво, так прям классно. Кстати, в Инстаграме выставляла фотографию, где я их сфоткала очень близко. У них цветочки необыкновенные, похожие на львиный зев. Такие какие-то прям разнообразные. Ну, цветущие яблони, да, конечно. Вы видели, наверное, наш обзор дачи моей. Там все яблони цвели, груша цвела. И это очень красиво, очень завораживает. Я там ходила с камеры со всех сторон, хотелось просто заснять всю эту огромную, шикарнейшую картину. И я думаю, что у меня это получилось заснять и передать это все, всю красоту вам. Я очень надеюсь. Ну, конечно, я еще, кстати, люблю ромашки. Ромашки, вот полевые цветы, вот я прям вообще обожаю. Не которые там магазины вот продаются, допустим, мне кто-нибудь подарит, а люблю именно вот полевые, там большой букет ромашков, шалфей, там вот это вот все. Прям вообще, ну, ромашки я очень люблю. Так, и в принципе все, у нас было с вами 6 вопросов. Я надеюсь, то, что они вам очень-очень понравились, мои ответы. Вот, в принципе, вам все нравятся такие вот мои ролики. Так, и также, кому я передаю эстафету. Так, передаю я 4 каналам. «Жизнь на пенсии». Там довольно хорошая такая пара, уже на пенсии. И, честно говоря, мне очень нравится этот канал, то, что у них между ними осталась та любовь самой молодости до сих пор. То есть они не просто, допустим, общаются так вроде, ну, как все пожилые люди, так вот, ну, как бы, так вот просто ответил там грубо, что-то еще, а у них вот именно вот взаимопонимание и вот эта вот любовь. И есть, знаете, к чему стремиться к старости. Вот, вот что-то у них вот особенное, и меня очень сильно, на самом деле, к этому каналу тянет. А когда смотришь их ролики, ощущение, как будто я попадаю к бабушке в деревню, там бабушки, дедушки, они там что-то вместе копошатся на грядках, там что-то вместе сажают, вместе там что-то готовят. Ну, везде вместе, понимаете, везде вместе, вместе, вместе. Это классно, на самом деле, мне очень-очень понравилось. Кстати, познакомиться со всеми этими каналами через взаимных подписчиков. Вы меня спрашивали, зачем взаимные подписчики? Вот они, пожалуйста. Так, это у нас первый канал. Второй канал у нас Антонина Вячеслав. Там тоже довольно молодой, интересный канал. Там где-то она внучку снимает, где-то там кулинарию такой вот интересный. Часто тоже меня смотрит, комментарии пишет. Это очень-очень приятно, на самом деле. Третий канал Great Box Vlog. Я надеюсь, что прочла правильно. Там тоже семейный канал, довольно молодая пара, как, ну, наверное, мои ровесники, может, где-то постарше даже, наверное, у них 2 детей. Знаете, этот канал веселый, реально заходишь туда, посмотришь ролик, и прям вообще настроение поднимается, очень веселый, очень классный. Там папа, который все время шутит, что-то там веселит всех там.
Блин, просто классный, классный канал. И четвертый канал у нас Алёнушка Лайф. Вот, у нее тоже довольно классный канал. У нее, кстати, влоги выходят каждый день, как и у меня тоже. Тоже интересно, что она делает, чем она занимается, куда она пошла, что она готовит. А, довольно влоги разнообразные, и все-таки они интересны. Мне кажется, у меня как-то еще не очень. А вот у нее как-то они такие какие-то особенные, такие классные. Так, вот, на сегодня это все. Была вот такая у нас с вами эстафета, моя первая наконец-то. И еще самая, наверное, счастливая, радостная. Вот, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки. Так, что там еще? Комментарии пишите, да. Смотрите другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся. Обзоры у нее на продукты, на технику. Там разные-разные продукты. В Фиспрайсе тоже там есть продукты. Живопись. Ну, там, короче, у меня куча всего там на канале. Смотрите обязательно, подписывайтесь. И всем пока-пока.